«Лучник-Э» — это новый российский ЗРК сверхближнего радиуса действия. В нем используются наработки комплекса «Стрелец» для пуска ракет «Игла-С». Помимо этого, установлена прицельная система, чтобы сформировать автономный комплекс ПВО на подвижном носителе. Комплекс обеспечивает поражение современных самолетов тактической авиации, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Комплекс предназначен для непосредственного прикрытия объектов и войск в подвижных формах боя и на марше от ударов современных средств воздушного нападения днем и ночью в условиях постановки оптических и тепловых помех. Основными преимуществами данного комплекса являются высокая мобильность и повышенная скрытность за счет применения пассивных средств обнаружения и поражения, способность работать как от внешнего целеуказания, так и автономно, высокая помехозамещенность, возможность залпового пуска ракет, большой боекомплект, 8 ракет на пусковой установке и не менее 8 в боеукладке. «Лучник-Э» способен поражать воздушные цели на дальности от 500 до 6000 метров и высотах от 10 до 3500 метров. Скорость полета ракеты — 600 метров в секунду. Время реакции — от 5 до 11,5 секунд. Азиатско-Тихоокеанский регион конструкторское бюро машиностроения рассматривает как один из основных рынков. В первую очередь это тематика ПВО, кроме комплекса «Лучник-Э».